Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу вам показать, как можно изменить резкость фотографии. Открываем фотографию. Например, вот эту. Смотрим ее размеры изображения, размер изображения. Вот ширина 1200 пикселей, высота 1600. Нам нужно уменьшить ее по большей стороне, ну, примерно до 1000 пикселей. Окей. Теперь снимаем замочек с фотографии. Дважды щелкаем по синему фону левой кнопкой мыши и в выпавшем окошечке нажимаем ОК. Теперь нам нужно продублировать этот слой. Нажимаем на клавиатуре Ctrl-G. Наш слой продублировался. Обратите внимание, стоим на верхнем слое. Теперь идем в изображение. Коррекция. Обесцветить. Теперь идем в фильтр, другое, цветовой контраст. Здесь выставляем 2 пикселя радиус. В слоях вместо обычного ставим линейный свет. Видите, у нас резкость уже увеличилась. Еще нам что нужно сделать? В окошечке заливка поменять проценты. Уменьшим, ну, примерно до 73%. Все, наша фотография готова. Детали стали чуть больше объема иметь, а снимок стал более резким. Теперь можно просто сохранить эту фотографию. И на этом наш видеоурок окончен. До новых встреч!